Казахстане могут установить предельные цены на лекарства в розничной торговле. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения. По словам Елжана Биртанова, проект закона уже подготовлен, и с завтрашнего дня его будут обсуждать на общественном совете профильного ведомства, а затем уже и в Нацпалате предпринимателей. Это законопроект, соответственно, он должен пройти все циклы обсуждения в обществе, и планируется его направление в парламент осенью этого года. И мы надеемся до конца года его принять и с 1 января 2018 года зафиксировать предельные цены на все лекарства в розничной торговле.